Что вы хотели? Я очень рада, что вы в университете, что вы не попадаете в грусть, в депрессию, что вы занимаетесь своим творчеством. Это так важно в кризисные времена. Вы что-то любите, вы это делаете. Оставайтесь еще более радуйте нас, тем, кто не умеет говорить. Да, давай, вот это самое можно делать. Давайте. Инстаграм.